Сказка. Просто сказка. Так, ребята, ну что, вот я нашел гостишку и нашел тут же внизу, можно покушать. Гостишка обошлась мне где-то 20 евриков, 10 тысяч, короче, но с завтраком. Пообещали, что завтрак будет божественный, волшебный, вкусный, и я очень этого уже заранее жду. Вот. А сейчас мне готовят картошку пюре. Ребята, я так замерз, я сейчас спускался. Это была худшая дорога в моей жизни. Именно сам спуск. Были дороги хуже, в той же Монголии. Но, короче, и не спуски. Тут спуск бесконечный просто. И я себе вот впервые ощутил, что мне не хватает амортизационной вилки. Потому что просто себе все руки отбил. Руки болят, все болит. И к тому же промерз. Ну, уже спускается холод, туман. Так, ребята, вот какой вид открывается снаружи. Красиво, правда? А тут вот наверху вот там вот я буду жить. Затаскиваем велик, ставим на прикол и покушаем еще. Поднимемся, зарядимся. Самое главное — зарядиться. Я так жалел сегодня, что батарейки сели все. Я не могу дрон запустить, показать вам этот туман, эти вот красновато-желтые деревья. Все это... Да ладно! Ржачные мелкие, нет? А вон готовится моя картошка-картошечка. Моя пюрешка. А, она уже готова? Уже так. Ах, ты как быстро это сделала. Вот, ребята, гляньте. Вот моя картошка-картошечка. Прости, как тебя зовут? Белла. Белла? Моя бабушка немка. Ага. Из Германии. Ага. Короче, Беллочка сготовила мне вкусную картошку с котлеткой, за что мы ей скажем большое спасибо. Спасибо, Белла. Благодарю. Ну что, все, Валерка садится кушать. Валерка голодный. Валерка просто как бешеный лев. Как просто какой-то гризли, росомаха. Картошечка. Я обожаю картошечку, ребята. Картошка с чесночком. А, точнее, с еще хлебушек дали. Короче, сегодня остаемся здесь, отоспимся, подзарядимся и двигаем дальше в путь. С огурчиком, гляньте, с перчиком. Просто сказка. Ну что, лебзи, вот королевский номер. Валеркин, гляньте, с кондеем. Но кондей надо сейчас, чтобы грело, не охлаждал. А это... Это я машу вам ручки, привет-привет. Это вот у нас такая душевая, Ее Величество трон. Все хорошо очень сделано, качественно, реально качественно. То есть, гляньте, как мрамор, зеркало, все как надо. Ничто не люфтит. Хорошее место, ребята, реально хорошее, рекомендую. Все новенькое такое. Классно. Тут телевизор повесит, ребята, наверняка. А, вот две кровати, кроватуньки. Моя вот эта вот справа.
Это ничья слева. Уже я поставил заряжаться. Ради чего мы это все сделали? Ребята, гляньте, надо все зарядить. Батарейки от фотоаппарата. Две батарейки только взял в это путешествие. Жалею. Ну, забыл слово дрон. Батарейка от дрона. Еще одна зарядить будет. Пульт от дрона. Батарейки от GoPro. Сразу три заряжаются, еще одна на очереди. Это, ребята, все надо сделать. Хозяева добрейшие, приятные армяне. Очень классные. Они врачи. Это семья врачей. Вот, у них и дети пошли по стопам родителей. И они вот вложили деньги, как бы открыли эту гостишку. Очень приятные, очень милые люди. Очень душевные. Я их не снимал, ребята, потому что было неловко. Они настолько добрые, хорошие, что как-то вот камерой там, ну, не знаю, не смог, не считаю могу. Для меня это стресс камеру доставать, снимать людей. Вот. И они рассказывали там, ну, по жизни мы поговорили. Приятнейшие люди, добрейшие. Просто, ну, золотые. Налил мне водочки, вон, угостил там рюмашечкой. Я не хотел пить, но не стал отказываться, просто потому что человек очень добрый. Нет, если бы еще и еще, я бы отказался. Но одну рюмочку можно было согреться. Я выпил, согрел, стал, хорошо мне. Вот, и к чему это все говорю? Потому что нравится мне здесь. $20 в ночь. Завтраком, еще позавтракаю хорошенько. И надеюсь, что год отправится в путь. А где-то горы, горы, а за ними, ними. Привет. Номер одобряем. Одобряется. Спасибо вам большое. Как вы спали? Слушай, хорошо, хорошо спал, понравилось. Кроватка удобная. Ну что, ребята, гляньте, какой у меня завтрак. Вот мне нравится, когда все красиво. Тут все красиво, гляньте. Мед. Посмотрите, не ложка, вот такая вот, как, что это, лопаточка, нет, это, как мы говорим? Для меда, да. Для меда писали, такая палочка, видите? Просто прелесть. Все красиво. Деревянные такие тарелочки. Хорошая вилка. Тяжелая такая, чувствуется качественная. Как ни крути, а когда люди любят свое дело, то и результат налицо. Мне было тепло, хорошо и уютно, а еда... Она была простой и вкусной. Радость глазам и животу. Вот наша гостишка, ребята. Я решил прогуляться. И Дживан, как и Джармук, производил впечатление увядающего города. Знаете, как сломанная ветка яблони по весне. Еще зеленеют листья. Еще садятся пчелы на белые цветки. Однако часть их уже начала желтеть. Так и здесь. Ходят люди. Ездят машины. Продаются товары. Но ты ощущаешь увядание. Оно чудится тебе в воздухе, в белье, сохнущем на веревках, в недостроенной канатной дороге,
в заброшенных статуях в парке. Говорят, это был конкурс скульпторов еще в советское время. Ты ощущаешь увядание во всем. А может, дело не в городе, а в тебе. Быть может, это ты начал замечать лишь осенние краски. Может, это лишь тебе кажется, что мир сдвинулся с места, города стали высыхать подобно сломанным веткам, и начался некий закат, или, как минимум, затмение. Ведь так же старики. Они, наверное, не замечают смеющуюся молодежь, целующуюся по вечерам на скамейках. А если замечают, то так, краем глаза. Это уже не их реальность, а редкие вкрапления, отблески другого мира, покинутого давным-давно, изредка напоминающего себе в перерывах между просмотром телевизора и посиделками в коридорах поликлиник с соратниками, уходящими в вечную пустошь один за другим. В общем, и Джован казался мне медленно вымирающим. Найдите у нас где-нибудь в Латвии Ладу в таком состоянии, ребята. Она просто божественная. Идеальная. Это был кошмар. Я не спала ночами, я все время плакала. Слава Богу, в это время муж был на работе, он не видел, как я ору. Я орала, я выходила, и я не знала, что мне делать. Из безысходности. Там не было моего сына, но там были все наши дети. Не было такого, что это он мой или он не мой. Это все были наши. Это было очень страшно. Я боялась не за себя, и даже не за своих детей. Я боялась за тех детей, которые там 2 месяца даже не отслужили. Они поехали и прямо в мясорубку попали. 2 месяца ребенок пока, 18-летний. Что они видели? Ничего. И так целый. Я не могу говорить, знаете, как? Я 2 месяца на работе, я не могла просто слово сказать. У меня слезы текли. Я не понимала. Я все время говорила, ладно, наш президент, ладно, Россия не может остановить это кровопролитие, как-то что-то сделать, чтобы дети не умирали. Жалко ведь и там молодые, и тут молодые. Я просто не знаю, что делать. И до сих пор у меня 19-го уже год, как наших детей нет. Я не знаю, как эти матери пойдут. Кому обратиться, чтобы помочь? Вернуть хотя бы кости. Никому не обратишься. Я думаю, что надо. Мы еще долго говорили с хозяйкой о войне, о людях, о том, что при Союзе такое было немыслимо. Она удивлялась, как же так? Мы же не первобытные люди. Зачем убивать друг друга? А я думал, что война была всегда. И люди никогда не делают выводы. Одно другое поколение, и все начинается заново. Рано или поздно кто-то нажмет ту самую кнопку. Асмик дала мне с собой еды, вкусных сухофруктов. Мне было неловко брать, но я не мог отказаться. И выехал переполненный теплом к этой гостинице и этим людям. Если будете в Джаване, ребята, заедьте. Гляньте, какой классный ларек, деревянный, чисто как из сказки. Очень классный, здоровый. Я тоже.
Ты делал? Да, бабонс, да. Делал сам? Да, дзеркалил по трассе. А-а-а. Он сам сделал. Да? Да, да. Красавчик, очень красивый. Реально, как из сказки. Давай. А что это за грибы? Это что? Деревянные грибы. А так... Извините, вишенка. А вишенки, да? Да? А вы их где-то сами растите или нет? Или просто? Нет. Нет? Сейчас везде их продают просто. Идешь и везде да. они. Ух ты! Это ты сам тоже сделал, да? Да, тоже. Слушай, красавчик. Красиво очень. Очень красиво. Ну, Валек вообще, Валек шикарный. Я таких еще не видел. Я узнал, что по дороге за городком Дилижан есть очень интересный тематический гостевой комплекс, построенный в стиле вселенной Толкиена. Номера были копиями домиков хоббитов из «Властелина колец». Мне очень хотелось добраться до этого комплекса и заночевать в такой норке. И вот я добрался. Ну, прикольно на самом деле. Какая прелесть. Увы, свободных домиков не было. Их надо бронировать загодя. За какой месяц? Настолько они популярны. Цена от 50 евро. «Властелин колец». Я вспомнил, как мы с моей подружкой включили его после того, как впервые занялись любовью. Знаковый момент. Фильм стоял на паузе. Видно, мелкий торопился куда-то и, не вырубив комп, убежал. Я нажал кнопку «Play» просто ради прикола, не имея плана смотреть какую-то детскую сказку. И таинственная, завораживающая музыка унесла нас в другой мир. Так оно и осталось навсегда. Запах ее волос и фэнтезийный мир «Властелина колец». Ребята, нереальные домики, просто нереальные. Мне сказали, что внутри не очень красивые. Каждый по-своему оформлен, все в такой стилистике соответствующей. И все заняты. Но я бы сейчас не стал снимать. 50 евро, надо деньги экономить. Я уже сейчас немножко на подсосе. Но все, блин, ребята, все равно. Место крутейшее. Место крутейшее. Я рекомендую. Говорят, что очень красиво, по ночам здесь огни горят. И даже музыканты поют. Блин, ребята, молодцы армяне. Я такого еще не видел, нигде не встречал. Красавчики. Я решил разбить лагерь поблизости и с утра прийти посмотреть номер. Толкая вел и затем раскладывая палатку, будто слышал эту мелодию. Она играла в крови, в сердце. Последний раз смотрел «Приключения Фродо» в депортационной тюрьме городка Хаскел, штата Техас, в 2010-м. В нашей камере было 6 человек. Два русских, включая меня, два кубинца и два хорвата. Один из кубинцев сердился, что я смотрю «Властелина», и хотел переключить, но я настоял, и дело чуть не кончилось дракой, за которую наказание в виде темной, крохотной, мрачной одиночки на месяц или два с лишением прогулок и еще какими-то санкциями. Но я ненавидел самовлюбленного козла, эгоистично смотревшего свой ссаный испанский сериал каждый день, даже не спрашивая желания остальных. А тут я раз в кои-то веки решил включить то, что нужно мне. «Властелин колец» был прощанием. На нем все началось и на нем заканчивалось. Обо всем этом я думал сейчас, готовя гречку и двигаясь в потьмах в поисках ручья для купания. Вот тут, видите, водичка течет. Нормально покупаться не получается, но я помою все нужные места. Подмышечки, плечики, спинку и так далее. Вот. Шакалы кричали. Парень сказал, что на него пытались напасть. 5 шакалов окружили. Вон вдали, видите? Ну как вдали? Наоборот, не вдалеке. Во тьме. Горят отражатели. Палатки. Боты, конечно, чистотой не отличаются. Но на то они и боты. Путешественнические. Чтобы можно было их запачкать. Да. And who are you?
The proud lord said that I must bend so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. Привет, страна. Ну чё, подъём? And who are you? The proud lord said that I must bend so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rain weep o'er his hall with no one there to hear. Ну что, ребята, выкинем мусор, во-первых. А во-вторых, сейчас должны быть домики пустые, и мы сможем их посмотреть и отснять. И это будет здорово. Топаем, топаем, топаем. Топаем, топаем, топаем. Топаем, топаем. Приветики. Привет. Слушай, я мусор можно у вас выкинуть? Да, конечно. Чтобы я с собой вожу. Потому что я не поросенок. А можно отснять домики? Да, покажешь? Сейчас возьму фотоаппарат хороший. Возьму качественную технику. Домики будем снимать хорошим фотоаппаратом. GoPro не справится с такой красотой. Я в предвкушении гляну эти домики. Что мы бачим, ребята, гляньте. Двуспальная кровать, широкая, хорошая. Книжечки стоят. На каком языке, интересно? На английском. The Binding. The Hobbit. О, Хоббит есть. Кто бы удивлялся. И, наверное, на армянском. Гляньте, как сделано. Как пианино. Прикольно, нет? Но самое классное, ребята, гляньте, вот стекло, видите? И ты прямо с кровати можешь наблюдать, как твоя любимая, например, принимает ванну. Правда, можешь наблюдать ты немножко и другие действия, но это уже, наверное, не стоит. Это уже, наверное, нет. Это, наверное, для людей определенного психологического типа, скажем так. Ну разве не прекрасно? Не нравится. Гляньте, просто сказка, нет? Смотрим дальше. Тут кофеварка, чайничек, а тут сверху, вот смотрите, вот тут вот чай из чабреца местный, говорят, очень вкусный, пахнет замечательно, я нюхал. Тут еще чай и кофе, в общем, полный комплект. Вот такой номер, ребята. Столик, сделанный из чемодана.
А вот еще один домик. Это, я так понимаю, сова. Да, это сова. И это сова. Ну что, заходим, ребята? Упс. А тут номер на троих. Гляньте, какой столик. Сова. Короче, это дом совы. Я уже представляю себе комменты. Ну, затянуто. Какой-то отель на Паусерии. Ребята, это же «Властелин колец». Ну, блин, согласитесь, зависнуть в таком месте со своей зайкой или с семьей, с детьми, тут же показав им фильм, чтобы можно было врубить любую из серий трилогии. А? Как тебе это, Илон Маск? В общем, я не мог пройти мимо этого места, Ребзя. И фанаты Толкина меня поймут. Итак, я прошел Дилижан, посмотрел сказочный отель и теперь двигал в сторону Сивана, а именно к поселку Наратус. Он известен самым большим в мире кладбищем хачкаров. Крутим, крутим, ребята. Как настроение, Валерка? Нормально. Среднее. Ветер ледяной, но я работаю, поэтому мокрый, потный. Руки охлаждает голые, замораживает, а телу жарко. Если одену курточку или кофту, буду сильно потеть слишком. Надо брать сегодня до Сивана. Искупаться обязательно, потому что я просто весь мокрый. Ну вот, ребята, впереди туннель. Короче, я боюсь, что в туннель нельзя на велосипеде. Скорее всего. По-моему, даже кто-то мне про это говорил. Но вы знаете Валерку. Вы его знаете. Привет, пацаны. Пацаны, не знаете? Туннель, длинный туннель. Какая длина у него? 100 метров. А! Сказали, что туннель 100 метров. Нету конца и края. Это был мой первый тоннель, и он оказался испытанием. Я ожидал, что там будет тесно, темно, но никак не ожидал, что начну задыхаться скопившимися в нем выхлопными газами. Дышать стало тяжело. Голова налилась свинцом, потек пот. Давай, чувак, до тебя здесь ездили сотни раз. Давай. Задыхаюсь. Тут выхлопными газами очень воняет. Очень воняет выхлопными газами, ребята. Некуда им уходить, здесь не накапливаются.
Наконец-то. 100 метров. Все, летим вниз, ребята. Надеюсь. Везде продается рыба. Севан близко, ребята. Севан близко. Севан. Давайте сфоткаю, пацаны. Да. Давайте сфоткаю вас. Сфоткать вас? Давай вас сфоткаю. Ты фоткаешь? Нет, ну на телефон могу вас сфоткать. Сейчас поставлю вел. Вот это мне нравится. Это красиво, правда? Хачкары. Видно, что древние такие. Гляньте, какая прелесть. Хачкарики. Есть легенда, гласящая, что монастырь Аванаванг обязан своим названием монаху Авану, которому Тамерлан пообещал пощадить тех армян, которых вместит обитель. И люди пошли, десятки, сотни, гораздо больше, чем могло вместить это место. Как так? И тут Тамерлан увидел вылетающих из-под купола белых голубей. Спасая, монах превращал в них людей. Это сказка, не более, но смотритесь в корни легенды, пропитанной невероятной жестокостью тех времен. Убить тех, кого не вместил храм. Женщин, стариков, детишек. Вспарывать животы, отрубать головы, заливая горячей кровью сухую землю. Сколько их, армян, уничтожено на протяжении столетий? Лишь во время одного турецкого геноцида в начале 20 века по некоторым подсчетам было вырезано около 1,5 миллионов. Мужчинам резали горло, беременных женщин и детей травили или, вывозя на баржах, топили в море. Читая статью о геноциде, я наткнулся на воспоминания женщины, которую девочкой с тысячами других гнали сквозь пустыню. Прошел слух, что губернатор требует от армян очень красивую, молодую 12-летнюю девочку. Ночью они пришли с фонарями, ища такую. Они нашли ее, отобрали у рыдающей матери и сказали, что вернут потом. Позже они вернули ребенка, почти мертвого, в ужасном состоянии, оставив его на коленях матери. Мать громко рыдала, и, конечно, ребенок, не вынеся произошедшего, умер. Женщины не могли успокоить ее. Наконец, женщины попытались вырыть яму с помощью орудия одного жандарма и похоронили девочку. Там была большая стена, и моя мать,
и несколько женщин написали на ней: «Здесь похоронена Шушан». Погода испортилась, ребята. Холодно. Пошел дождь. Я застрял здесь, в храме. Там идет процесс крещения. Крестят кого-то. Ребятам надо ставить палатку где-то здесь. Очень холодно. Я дрон попытался запустить, он сразу сел. Батарейка села. Ну, холодно, потому что она заморозилась вроде. Завтра с утра проснусь, если нормальная погода будет, отсниму нормальный вам храм и двинусь дальше. Постепенно тучи рассеялись, выглянуло солнышко, и мир засиял. Он казался мне обновленным, вымытым, свежим, словно улыбающийся младенец после купания. И я обрадовался, что остался и не поехал дальше. Ставить палатку в таком месте, что может быть прекраснее? Обратите внимание, ребята, видите? Тут похоронены люди. Плиты. За спиной видите монастырь? Вот тут мы поставим палаточку. Тут отличная, просто отличная поляна. Как красиво!